Депутаты законодательного собрания Карелии приняли региональный проект закона о гаражной амнистии. Документ позволит легализовать гаражи, которые установлены до 2005 года. Автором законопроекта является глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Документ упрощает порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Ранее законопроект поддержал парламентский комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Те объекты, которые были либо неправильно оформлены, либо вообще не оформлены, имеют теперь возможность быть государственно зарегистрированы. Кроме того, закон регулирует плату за налог за эти объекты. Вот. И, собственно говоря, все люди, граждане будут иметь возможность легализовать свои объекты.